Мотику нужен хрустальный дом. Кухня, кладовки, теплые спаленки в нем, с флюгером-птичкой, крутящимся даже в штиль, и чтобы звезда венчала башенный шпиль. Есть чертежи, и стройка кипит с утра, шепчутся лапки, пожав посреди двора, перебирают кварцы, топазы, слюду, крошка-енотик и тот, кто сидит в пруду. Часть вторая. Крошка-енотик сидит и смотрит в окно. Солнце ушло за деревья давным-давно, небо затянуто снежной пеленой. Крошка-енотик учит себя, не ной, так и должно быть зимой. Январь, он январь и есть. Видишь в лесу фонарь, значит, Нарния где-то здесь. Крошка-енотик свой открывает шкаф, ищет ботинки, шапочку, шубку, варежки, шарф, ставит на стол сервиз и кожики на меду, чайник включает, ну как без него придут. Белая ведьма со свитой туда и сюда носится в санках по зеркальному льду пруда. Часть третья, моя любимая. Солнце над горизонтом рыжее, как грейпфрут. За руки взявшись, по снежной равнине бредут крошка-енотик и его братишка-близнец, целую вечность гулявший и найденный наконец. Строчки следов на полотнах недавних вьюг. К фауну в пещеру вашей теории, доктор Юнг. Пусть они там по углам, как в углу, скрешуршат. Крошка-енотик знает, что анима — не душа. Сколько ни есть на свете лекала весов и мер, все, что живет и дышит, шито на свой манер. Двое идут и смотрят, как оживает лес. Шустро на ветку дуба кто-то мохнатый влез, кто-то пернатый распевается. День делень. Вот тебе, крошка-енотик, иди рандинь. С той стороны горизонта уже улыбаются всем желтая долька лимона и горсточка монпансье. Еще четвертая часть — эпилог. В доме уборка, готовка, возня и смех. Крошка-енотик себе приглашает всех. Хриплый звонок надрывается целый день. Фавны заходят, и белки, и барсук, и олень. Этот и вовсе зачем-то пустился в пляс, щедро усыпан алмазами в кухне палас. В сборе весь лес, и к вечеру невзначай белая ведьма заглядывает на чай. Дым коромыслом до утренних петухов. Лепят из снега волшебников и пастухов, лепят барашков, пасущихся у пруда. С башни хрустальной смотрит на нас звезда.